секретом любви. И дай глаз. Меня кто-то... Пожигает. Меня кто-то схватил. Меня кто-то рвет на части сзади. О, нет. Кто это был? Господи, какие опасные здесь места. Здесь просто... Кошечка, ты боишься? О, боже, нет. Так. Вы не боитесь? А мы уже ничего не боимся. Мы были с нами уже полчаса, мы уже ничего не боимся. Вы давно в этих местах? Сутки. А что мне делать с этой рукой? Мне же она неудобна. У тебя сияет рука? Нет. Это значит, что ты избранная. О. О, вот тебе и о. Иди туда, где слышны стоны раненых, и помогай им. Мы случайно попали под ваши зомби. Мы не знаем, как действовать. Но у нас есть чеснок, он поможет нам? Давайте, доставайте чеснок, весь чеснок. Вот он, чеснок, он нам должен помочь. Аглая, здесь, кажется, есть чеснок. Иди сюда. Это поможет? Да, чеснок. Мы не видели чеснок уже миллиарды лет. Да. Если есть курица, мы можем кушать. Чеснок спасает от зомбаков. Чисто чеснок от зомби. Что? Убивают, я так и знал. Блин, нам нужен человек со светящейся рукой. Пожалуйста, пожалуйста. Все, ребята, простите, я не могу больше с вами рассусоливать. Там кого-то убивают, я должен бежать, спасать наших. Спасайте нас. Спасти можно только светом любви, поймите. Вашего сына. Моего сына. Боже, все, давайте скорее. Я бегу. Господи, какой капец. Это просто жесть. Я не знаю, что делать. Боже, и ребята, я бегу. Как он там? Бежать из страны. О, боже мой, на меня набросились. Помогите. Помогите кто-нибудь. О, меня кто-то... Осторожно. Помогите, меня съедают кто-нибудь. Ребята, нет, на них действует только любовь. Нельзя говорить «пошел нафиг», это грубые слова. Они от этого становятся сильнее. Только любовью. Мы любим тебя. Выключите свет. Если мы выключим свет, то хана. Пойми. Слушайте, они думают, что это их еда. Свет придает им силы. Они становятся все сильнее. И если мы не выключим... О, боже мой, вот так он схватил. Помогите. Нет, нет.